ما كلمة التوحيد وما معناها؟ الجواب: كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، وما معناها؟ لا معبود حق إلا الله. Каковы слова единобожия и каков их смысл? Ответ. Слова единобожия – это нет божества, кроме Аллаха, а их смысл в том, что никто не имеет права на поклонение, кроме Аллаха.